Вот я могу сказать, ну, постучите за меня. Вот сейчас все быстренько набанговали и постучали почему-нибудь. Давайте быстренько все постучали, это самое, по лбу, кто по лбу, кто по деревянному, чтобы количество не стало меньше. Их не становится меньше. Как бы все вот в рабочем порядке. Да, конечно, больше вот этих консультаций, как тебе доехать, как тебе поехать. Но кому надо, находят обходные варианты. То есть кто-то звонил. Я что-то говорю, ой, тебе в России будет сложно. Он говорит, ой, у меня бизнес в Новосибирске. Ну, наш человек, мужик, да. То есть, да, безусловно, сложнее. Но, как я уже говорила, говорить буду, когда я начинала в 98-м году, было все намного хреновее. Вот, по сравнению сейчас, 98-й год был ужасен, когда я начинала, потому что вот эти крохотные страшные аэропорты, где чемоданы терялись, где визу было не получить вообще никакую, то есть через немецкое консульство официально было 50% отказов. Сейчас, ну, немцы не дают.